الله أكبر الله أكبر. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам и благоденствие от Аллаха. Эта программа выходит в эфир в месяц Зульхиджа, что означает в переводе с арабского «обладающий паломничеством». В названии этого месяца используется слово «хадж», означающее «обходить вокруг, совершать паломничество». Совершить хадж в Мекку, священный город ислама, обязан хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин. Обязательность данного обряда была установлена пророком Мухаммедом, саллаллаху алейхи вассалям, во время прощального хаджа в 632 году, в 9 году хиджи мусульманского летоисчисления. Ислам к тому времени распространился по всему Аравийскому полуострову. Многочисленные народы и племена вступали в умму пророка. Почитание Каабы и древних святынь в окрестностях Мекки было предписано Мухаммеду, саллаллаху алейхи вассалям, в откровении в последний день паломничества, которое записано в пятой суре священного Корана. «Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас мою милость и удовлетворил для вас исламом как религией». Этим аятом завершается благовестие, которое пророк принес от Бога и которое все годы он разъяснял и словом, и делом. Сущностью благовестия является слово «аль-ислам», что означает смирение, которое должно восстановить истинное единобожие, утвердив религию мусульман. История каждого, кто побывал в хаджи, своеобразна и неповторима. В душе каждого паломника хадж остается светлой частицей веры на всю жизнь. Аллаху Акбар. Альхамду лиллахи раббиль аламин, ар-рахмани ар-рахим. 11 лет назад Света Евтых пережила нелегкие времена. Незаконное обвинение мужа, бесчисленные унижения и в итоге долгожданное оправдание суда. Государство оценило моральный ущерб их семье в сумму, равную покупке двух автомобилей и дома. Но Аслан Евтых, издавна мечтавший о посещении святых для каждого мусульманина мест, решил потратить значительную часть этих денег на поездку в хадж. Света с радостью поддержала своего мужа. 11 лет прошло, как мы совершили хадж, и от души и сердца выходит что-то сладкое, вкусное, приятное постоянно. И это незабываемое время и воспоминания. Когда на верный путь станешь Всевышнего Аллаха, легко будет во всем. И дорога, и трудностей никаких нет. Самый больной человек поедет, и то легко будет, потому что вера есть Всевышнего Аллаха. История возникновения традиции хаджа уходит вглубь веков. Связана она с первым местом поклонения на земле – Каабой. По велению Аллаха ее установил первый человек и посланник Адам, алейхиссалям. Первая мечеть, которую Аллах, скажем так, установил для людей, чтобы люди поклонялись в этой мечети, в этом доме именно ему, и обязал людей, чтобы люди, начиная с Адама, совершали к этому дому хадж. Ко времени Ибрагима, пророка Ибрагима и его сына Исмаиля, Кааба была, скажем так, в запущенном состоянии, и люди к их времени забыли, что такое хадж, и Аллах, субхана ва тааля, оповещает Ибрагима и посылает именно его и его сына на это место, чтобы они вдвоем восстановили дом Аллаха, то есть построили его заново и оповести людей о том, что, скажем так, обряд хаджа восстановлен, и люди должны, мусульмане, в то время именно единобожники, должны совершать хадж, обряд хаджа к дому Аллаха, именно к городу Мекке. За время от пророка Ибрагима до Мухаммада в обряд хаджа были внесены некоторые изменения, ритуалы, которые, скажем так, не соответствуют духу единобожия.
Кто это сделал? Это сделали прежде всего язычники, которые поклонялись идолам. И когда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был послан с посланнической миссией, он, в свою очередь, что сделал? Он очистил обряд хаджа от всех ритуалов, несущих в себе именно языческий характер. С виду человеку может показаться, что обряды хаджа, ритуалы хаджа немного загадочны и, скажем так, примитивны. Но на самом деле обряды хаджа – это таваф, обхождение Каабы, это стояние на горе Арафат, это хождение между Сафой и Марвой, двумя холмами, это бросание камней. Все это в действительности несет в себе глубокий смысл. Если мы посмотрим на таваф обхождения Каабы, то заметим, что в данном случае люди, обходя Каабу 7 раз, словно сливаются со всей этой вселенной, с каждой вещью в этой вселенной, которая находится в постоянном движении. Говорит Аллах в Коране: «Вакуллюн шей инфи фалекин ясбахун, вакуллюн фи фалекин ясбахун». Говорит Аллах в Коране, и каждая вещь во вселенной находится в движении. Находясь в движении, каждая вещь выражает покорность своему Господу, возвеличивает его и возвышает. Так и мусульманин, верующий человек, единобожник, словно сливается в этот круговорот вещей, выражая свою покорность и смиренность перед своим Господом. Паломник обязан в своем хаджи совершить ряд определенных ритуалов. Хадж начинается с ритуала облачения в одежду паломника, ихрам. Она состоит из 2 кусков белой материи. Эту одежду носят только мужчины. Если брать в общем хадж, конечно же, хадж – это своеобразная ассоциация всего ритуала с судным днем. Мужчины одевают всего лишь два куска белой ткани. И находясь в хаджи, ты чувствуешь, ты словно ощущаешь себя в судном дне, там, так сказать. Люди ходят, уходят, перед тобой мелькают разные картины, и 3 миллиона людей, находясь в одном месте, конечно же, все это придает тебе вот ощущение того стояния, того ожидания расчета, которое предстоит человеку в судный день. Вкратце, ритуал паломничества можно описать следующим образом. Паломники посещают гору Арафат, где проводят день в молитвах и размышлениях. Стояние на горе Арафат является одним из столпов хаджа. И люди, совершающие хадж, стоят на этой горе в месяце Зульхиджа, 9 числа, это перед самым Курманом. Смысл заключается в том, что люди разной нации, разного цвета кожи собираются все воедино на этой горе и просят у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. В этот день, именно в этот день, Аллах Субханаху ва Тааля прощает грехи мусульманам, рабам, тем, которые стоят на этой горе и просят у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения. После стояния на Арафате паломники ночуют в Муздалифе и возвращаются в долину Минна на 3 дня. Именно в это время паломник должен совершить обряд побивания сатаны. Это не просто лишь бросание каких-то камешек в каменный столб. Нет, это прежде всего побивание, символическое побивание шайтана, злейшего врага человека. Это побивание своих страстей, своих греховных мыслей, которые постигают человеческий разум. Это побивание своего высокомерия. Следующий ритуал – обход между холмами Сафа и Марва.
он производится в память о чудодейственном появлении источника Замзам, когда жена Ибрагима, Авраама и его сын Исмаил, по милости Аллаха, были спасены, утолив жажду из него. По воле Аллаха человек может вылечиться от священной воды Замзам. Человек пьет, человек ноги моет, если ноги больные, руки моет, голову моет. По воле Аллаха человек поправляется. Муж мой болел, у него камни были. Ему помогло Замзам. Когда он приехал, 3,5 года жил еще, и он ни разу, у него ни разу приступа не было. И вылечился от камней. А у меня головные боли были. После этого у меня головных болей не было. Заканчивается хадж 7-кратным обходом Каабы и обрядом жертвоприношения животных – Курбан-Байрам. Но духовный долг мусульманина перед своим Творцом начинается с искреннего намерения его совершить. Данная поездка, казалось бы, может быть сопряжена с материальными, физическими, душевными трудностями. Но для тех, кто отправляется в это путешествие с верой, эти трудности преодолеваются легко. Желание совершить хадж у Руслана Хакирова возникло еще во время учебы в Дамаске. С тех пор прошло много времени, но возможность отправиться в паломничество появилась только сейчас. Я лично для себя зачем я туда иду? Во-первых, это мое подчинение Аллаху Субхану ва Тааля. Я и себе доказываю. Это вообще-таки хадж, это поездка. А любая поездка, с любой поездкой связаны трудности, пути, переездов, вот это все. И человек – это испытание какое-то. Когда человек в поездке не только думает о себе, но и о своем товарище, он помогает. Когда человек, там же давки, а мусульманину запрещено там браниться, ругаться. Когда человек проявляет терпение, снисходительность к своим собратьям, сестрам по вере, это уже как бы своя школа. Человек воспитывается, очищается душевно. И еще человек сам себе доказывает, что он ради Аллаха Субханаху ва Тааля я способен на все. То есть, чтобы угодить ему, я способен перенести много трудностей, лишь бы он был доволен мною. И самое главное в хаджи – это то, что я повторяю те же обряды, которые делал и пророк Ибрагим, и пророк Исмаиль, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Я повторяю те же движения, произношу те же молитвы, которые произносились вот этими великими пророками, единобожниками. То есть я продолжаю традицию, начатую самыми лучшими представителями человечества. Я туда иду лично для себя, чтобы получить прощение от Аллаха Субханаху ва Тааля, его довольство. А это вот достаточно для верующего человека. Что еще нужно верующему человеку? Хадж объединяет верующих мусульман всего мира. Мусульманское братство – это братство без различий по цвету кожи, языка, места рождения и социального положения. Это духовное родство изначально возвращает нас к осознанию того, что мы являемся потомками Адама, заключившими завет с единым и единственным Творцом. Эта духовная эстафета завета проходит красной нитью через всю посланческую миссию всех пророков и находит свое завершение в пророческой деятельности посланника Аллаха Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам и благоденствие от Аллаха. Авторы программы поздравляют всех с наступающим праздником Курбан-Байрам и желают, чтобы Аллах ниспослал всем мусульманам мира и согласия.